Чернокнижник, тебе так не хватает внимания и любви, что ты отваживаешься писать публичные письма о любви. Ты готов с утра до вечера испытывать чувство стыда от того, что любой может прочитать твои письма. О твоих чувствах. Стыд выгнул твою спину и сделал из нее качели, на одной стороне которых сидит скрученная в тугой упругий шар твоя нерешительность, твое желание, твоя нелюбовь, а на другой стороне твой долг, твой страх, твоя свобода. Ты не писал никаких писем? Ха-ха. Я стала твоим медиумом. Твой дух двигал моей рукой. При автоматическом письме, когда я писала, не отдавая себе отчета в том, что остается на бумаге и предается всеобщему рассмотрению. Дух пытлив и слишком рационален. Смени управляющую компанию. Отдай бразды сердцу. Наполни мою руку энергией любви. Начни писать тайные письма, как и положено влюбленному или любящему, если не влюблен. Любовь выпрямит твою спину и выпустит на волю твою свободу. И заметь, я пишу не о любви ко мне,